писать. Я записала аудиотренинг, и со мной стали происходить чудеса. Чудеса настолько я в них поверила, что я с вами поделюсь историей. Мне предложили купить машину, и постоянно отказывали лизинговые. Один раз отказала, второй раз отказала. И я извиняюсь, волнуюсь очень сильно. И нам уже надо было уезжать на мероприятие. И мне в последний день отказывают в машине. Мы едем на своей машине, мы приезжаем, и оказывается, что мне дают машину. И все, как я хотела, как я себе представляла, красную дорожку, много людей, все меня, все приветствуют. Все произошло именно так, как я и хотела. Это было просто настолько торжественно. И все, ну, я не могу даже передать словами. И с мужем у меня были очень, ну, как бы вот натянутые такие отношения. И когда я переехала, уже после мероприятия, я переезжаю, и все сидят, как бы все, да, ну, как бы мы уже Пашу поздравили с машиной, как бы, ну, а мне, думаю, ну, ладно, мне же там, меня же там все поздравляли, 200 человек хлопало. И тут на побережье салют, все выбегают, все такие счастливые, куча шаров, цветы, шампанское. То есть муж мой подготовился настолько, что он ездил полдня, искал по Туапсе эти фейерверки. Это вот, я даже не могу вам передать вот эти свои ощущения. И когда вот это все, ну, как бы все произошло, и я понимаю, что у нас две машины, и гнать эти машины надо домой. И я-то никогда за рулем не сидела, ну, я... Уже 12 лет, но я никогда не ездила по серпантину. Поэтому и я приношу Вселенную, пожалуйста, дай мне доехать, чтобы я не заснула, чтобы я не устала. Друзья мои, кто не успел, тот опоздал. Я выкладывал. Олег, пожалуйста. Извиняюсь. Галина, продолжайте. И я приношу Вселенную, пожалуйста, чтобы я не только не устала. Мы 8 часов ехать домой. И 4 часа мы проезжаем, я понимаю, что я начинаю уставать, и у наших друзей ломается машина. И я 2 часа отдыхаю, я положила себе гнездовик, я легла, начала благодарить Вселенную, потому что я действительно за 2 часа я отдохнула, и мы спокойно доехали домой.